Зерно истины. За 9 месяцев текущего года Россельхознадзор выявил более 60 нарушений требований, предъявляемых техническим регламентом к зерну. Всего за указанный период на территорию региона для переработки ввезли около 80 тысяч тонн данной продукции. Большинство нареканий к производителям касаются отсутствия необходимых исследований зерна и информации о декларации в сопроводительных документах. За текущий период 2018 года сотрудниками управления выдано предписание на прекращение действия 23 деклараций. Это значит, что по этим документам выпускать в оборот зерно они не могли. В дальнейшем или производитель подтвердил безопасность выпускаемого зерна, то есть оформил новую декларацию, или был возврат небезопасной партии обратно производителю. Проверки коснулись не только ввозимого зерна, но и местных сельхозтоваропроизводителей. В 2018 году в Ивановской области намолочено примерно 120 тысяч тонн. У трех предприятий были выявлены нарушения и прекращено действие деклараций на ячмень, пшеницу и овес.